В Афинах уже второй раз готовится отмечать Рождество в условиях пандемии. Несмотря на то, что ограничения теперь будут не столь жесткими, как в прошлом году, многие местные жители склонны проявлять повышенную осторожность. Я не собираюсь праздновать большой компанией, только с родственниками, чтобы не рисковать. Я проведу эти дни в кругу семьи, дома. Может, выйдем пройтись, но соблюдая осторожность в масках. Нужно, чтобы все привились, и тогда на Рождество снова будет так же хорошо, как раньше. Во время праздников в Афинах можно будет заходить в закрытые помещения при наличии двух бесплатных самостоятельно сделанных тестов, а не платных экспресс-тестов, как планировалось изначально. Делать их рекомендуется заранее. Из греческой столицы передает корреспондент Евроньюз. Афины отметят это Рождество в тени штамма Омикрон, который пока не сильно распространен в стране. По этой причине правительство не ужесточает здесь меры, как во многих других европейских странах. Но власти и эксперты внимательно следят за развитием ситуации, заявляя, что готовы незамедлительно действовать в случае необходимости. Από την Αθήνα για το Euronews, Φέη Δουλγέρη.